все, открыли сезон зимний. Вот у нас лед. Лед толщиной, правда, небольшой. 2 сантиметра, наверное. Приготовили на гальянчиков бутылочку. Сейчас попробуем поймать еще на удочке гальянчиков, если будут. Ну там снизу второй лед, видишь, он как это, промерзший. Вот он. Айка с нами. Да, есть. Ну вот, короче. Сейчас мы ставим бутылку на гальяна. Здесь луночки сделаем. Попробуем поймать на маленькие удочки гальянчиков. И сегодня едем на Норилку. Будем уже смотреть там, какой лед. Ну, река еще не встала, это точно, потому что мимо проезжаешь. А вот на берегу может быть. Ну, по крайней мере, если что, приготовим уже палки. Будем, чтобы в следующий раз нам ехать нормально. Обещают морозы уже. Сегодня -2 где-то. Ну все, смотрим. Да, и к палке привяжем ее, бутылку. Все, веревку разматывай и бутылку пихай туда. Так? Угу. Водой набирай ее. А? Водой набирай ее. И все, и пусть тонет. Прям на боку, да? Полностью да, на дно. Ну, на боку надо делать? Да, да, боком, чтобы легла. Я специально снизу там грузики повесил на бачок. Да? Да. Тут не сильно глубоко, 1 метр, наверное, да? Веревку, да, привязывай. Так, а нам надо 2 лунчики с тобой где-то рядом сделать. Сейчас мы опарыши нацепим, попробуем поймать их. Сразу, чтобы ехать уже с наживкой. А? Сорога есть, но ее мало. Уйди, Айка, нельзя. Айка, сейчас запутаешься. Уйди, уйди. Все, легла? Ну, вот, боком стоит. Ага, все. Сейчас должен на хлеб. Сороги, ебать, уродно. А, ну нормально. А? Нормально. Это она из-за ворона, блядь. Ну, растаем в воде. Сейчас это, нам гальянчик попробуем сейчас плыть здесь. А, тут и не ныряй, блядь. Оттуда не выплывешь уже. Лед грызет, да? Проверим, первый раз. Что вообще, клюет, не клюет тут, блин. На такую мелкую. Вон в зеленой коробочке, там 2 крючочка. Ну вот, короче, пробуем. Как что поймаем, включимся. Если поймаем, если нет, будем ждать банку и поедем на Норилку. На Норилке еще покажем, что как лед. Сорога есть. Сорога есть, да. Здесь, в принципе, нормальный лед. Держит, все хорошо. Ну все, ничего мы не поймали. Да. Поехали на Норилку. У нас есть сорога с собой, которую мы ловили до этого. Будем ставить на нее, попробуем. Ну, если лед есть, опять же, посмотрим. Короче, едем смотреть на лед, на Норилку. На Норилку, а тут леда нету. Юра нашел какой-то пятачок, прошел. Ну, говорит, страшно что-то стоит. Я не знаю, штук 5 поставим, попробуем по этому белому снегу. А вода еще вот бежит, идет. Глубоко? Глубоко? Да откуда 2? На, проверь. На, проверь. Посмотрим. Нормально. 1,5 метра. Не утонешь даже. Только замерзнешь, блин. О, как раз, само то. Пока пойдет. Ладно, будем ставиться.
что нам надо, палки надо. Так, где ты сделал? Две штуки, да? Пока. Я не знаю, куда, я просто выйду. Вот вот здесь, по этой льдине. Втыкаешь, оно, блядь, вниз. Ты возьми толстую палку. Или две, ну провалишься, хотя бы на палке упрешься. Да ну нахуй провалишься. Не, ну блин, все равно, а чё как? Рыбачи замерзшие, да? А? Да. По-любому, бля. Не, чтобы она это, в воде побыла. Ай, куди? Чтобы растаяло, бля. Да не ходи туда. Провалишь сейчас, блин. Иди сюда. Иди сюда. Балдон. Нельзя туда ходить. Мне кажется, она не понимает. Ей пофигу. Можно, нельзя. Все. Чик-чик. Да. Готово. Ну, видишь, будет живец, будет лучше, конечно, он будет плавать там. А сейчас у нас будет не живец. А? На лиму похуй, живец, не живец. На лиму, да, но живец все равно интереснее, он реагирует на него. Селедку эту, блин, как-то порезать бы теперь. Замерзшая вся. Целиком? Да большая сильнее. Пополам. Видишь, она. Блин, что херово замерзшая, блин, не слетела бы. Да не должна, по идее, да? Первый пошел космонавт. Единственное, что лунки надо побольше делать. Потом они обмерзать будут, надо прям такие большие. Ну сейчас пока такие пойдут, потому что льда нет еще, да? Да еще вроде морозу не обещаю. Ну, потом обдолбим уже. Давай делай еще лунки. А где их делать? Туда дальше иди. Че, очкуешь что ли? Мокрый мне охота и пес. Видишь, держит. Стой, 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 стой. Вставай сейчас, вставай, вставай. А пешня где? Ты утопил ее, что ли? Одену. У тебя в руках было. Ё-моё. Семён Семёныч, бля. Пешня была охеренная. Ну где ты, да, вот там дальше. Дальше.
А? Нашел? Как-то попробовать зацепить ее чем-то, блин. Да? Ну она там, наверное, значит, где-то, да? Под водой просто. Ну все, мы расставились, что смогли. Получилось вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и палочки поставили, 6-7. Ну все в одном пятаке. Поэтому на сегодня все. Завтра будем проверять. Живцы стоят. Я думаю, будут живцы. Ну и будет все прикольно, наверное. Не знаю. Но пока льда нету. Вот такая вот картина. Ну, будем надеяться, что здесь поймается. Все, мы погнали. До завтра. Что, день два? Нос. Сегодня с Димой идем. Это мой нос. Юра не смог сегодня на работе. Всем привет. Да, да, пошли с Димой. Проверяем сейчас живцов, если есть. Дима погонял, а не рыбак. Не рыбак, да. И едем, короче, это, на реку. Смотреть, что у нас с налимами. Если ничего нет, то ставим живца. Все, посмотрим, вообще есть живец, нет, блин. А то, может, я так сейчас наговорю, а его там не будет. Хотя в прошлом году здесь тоже все ловили, смотрели, блин. Все было. Ладно, идем. Сейчас придешь, а там уже нет ничего. Красота вообще. Сколько льда? Вчера Юра пришло, утопил, кстати. Может, вчера чуть не утонул. Но на записи есть он там, на Норилке. И пешня под воду, и все. Вот сегодня новую купили. Ну, видишь, я думал, не замерзнет сильно. Не стал, что брать топорик. Смотрим, что там есть. Там есть или нет? Там ничего нет. Есть. Да. Смотри, ладно. Кайфовое. Гальянчик, видал? Офигеть. Вообще, смотри сколько. Ну и ты же не их хотел поймать. Почему я их хотел поймать? Они мне нужны, чтобы ставить на норилки, на налимы на них. А-а-а. То есть мы сюда специально их ставили, чтобы они поймались. Слушай, они выглядят как анчоусы. Вообще они, кстати, съедобные. Так вот, может быть, их сильно засолить, попробовать. Ну так они, да, съедобные. Ты пробовал хоть раз? Не-а. А знаешь, где еще много? На вальке. Где, на реке, в смысле? Нет. Где валёк, санаторий. Там просто вообще. Кишат, да? Да, вообще кишат. Надо хлеб отмешать. Надо было хлеб еще привезти, кстати. Забыл его взять. Если все понять, надо замёрзнуть. Серебрёлки не нужны, блин. Вот эти хорошие. Мерзнуть еще. От воды? А? От воды? Угу. Ледяная. Ты не брал варежки себе? Взял. Не достал чуть-чуть. А я на работе забыл. Блин, вон тот свой. Вообще хороший. Перчатки. Вау, застрял. Так, ладно, хватит, смотри, там полбанки этих живцов, блин.
еще, да? Да. И она там и останется-то, не будет? Ну, пока. Надо будет, будем ставить, потом уже. Вот так вот. Целая банка, да? Просторы севера. Какие горы у нас красивые. Все, погнали на норилку. Ставить живца на налима. Так, ну что, все, мы пришли. Чё, ничего, ты не пройдешь туда. Да. Пройду я, не пройду туда. Что-то вода выросла, блин. Бля. А там еще глубже. Я прошел. Вчера не было тут воды нифига. Да. Ну ладно, что. Блин, что-то трещите. А посмотрим сейчас, ну. Блин, нифига тут замерзло как. Жесть. И что я теперь как ее, блин, пешню не взяли? Вот интересно сейчас будет. Ладно, смотрим, что тут. Все на месте. Рыбы нет. Здесь наживку съели. Да. Что-то сидело. Все замотало, блин. Прям вообще намотал крючок. Он сидел тут, блин. Ну, крючок есть замотанный. Ушел. Ну вот и все. На сегодня рыбалка, да? Сейчас насадим, ну, чтобы не снимать. Теперь до завтра, приедем завтра проверять. Что, мы прибыли опять на реку. Вторая проверка сегодня. Тут еще кто-то поставил. Вот. Соседи появились, кто-то тоже ходит здесь. Я вот здесь вчера проходил. Здесь проходил. Ну там это вчера еще было. Да. А вот наш. Короче, будем смотреть сейчас. Ну что? Давай, давай, по деревяшкам иди прям. Все, вон, держи. А теперь обратно как хуяк, блядь. Ну все? Что? Прыгай, как блядь. Как этот Иисус, нахуй. Фу, бля. Бля, жопа. Реально жопа. Живой на месте, да? Да, живой. Плавает. Здесь я достал, да, здесь ни хера нету. Но здесь и живца не было. Здесь надо будет переделать. Опасно, да? Везде опасно тут, блин. А? Под ногами лед чувствуется. Блин, вообще раскручивается, блин. Надо было затянуть.
крутится, я его держу так. Да хер вам накрутится, блядь. Так. А он не замерзл даже ничего, видишь? Вообще. Просто не замерзает ничего. О! Юрец! Налимчик. Сидит, прикинь. Первый налим. Нормальный, да? Да, хороший. И он прям не дергался вообще. Вот он. Красавчик. Что, можете нас поздравить? Нет, с первым налимом? Хотя ледика нету, но мы поймали его. Значит, рыба есть, да? Угу. Это хорошо. Ну вот здесь вот я говорю, было съеденное. Где ты чистишь? Офигенно. Налимчик вот такой. Ну все, значит, сегодня будет видосик точно с этой проверки. Проверяем дальше. Раз, два, три, четыре штучки осталось. Какой? Зачем? А, вот это вот? Не отпускай ее. Блин, вот здесь страшно вообще. Где ты провалился? Тут все, вообще нету льда. Вон. О, там что-то сидит, наверное. Вот здесь вот я не чистил, здесь почистить бы, блин. Сейчас проверим. Что-то есть. Смотри какой. Это налим. Блин, надо его выпустить, если он это не заглотил. Эй, малыш. Нет, вроде не заглотил, смотри. Смотри какой. Красавчик. Тихо, тихо, тихо. Не порвать тебе бы, блин. А он за живот, по-моему, смотри, за жабру. Я не знаю. Ну выживет, нет? Да я не знаю. Да такие же корефаны его съедят. Да? Да. Смотри, какой прикольный, живой. Ладно, друзья, отпускаем. Опа, давай, ушел. Блин, такой мелкий, блин. Ну видишь, рыба есть. И это радует, да? Сезон начали. А? Да. Только опасно проверять, вообще все. Льда нету. Все проваливается, страшно. Но тут не глубоко, Юра провалился в прошлый раз. Так, смотрим здесь что. Да, кстати, купили новую пишню. Теперь у нас пишня Тонар, потому что та вот здесь где-то валяется. Опа! Блин, здесь тоже съедено, понял? Крючок есть, да. Но он намотанный, он, видишь, на палку. Сидел. Сидел, рыба есть. Блин, вот еще бы поставить туда, но туда не пройдешь нифига. Так, а где-то еще палка была же? А, вот еще. Да, на коленях лучше. Палочка примерзла. А здесь тоже живца нету. Два налима, это уже рыбалка удалась. Ладно, один так, не до налим. Название одно. Сейчас выставим, завтра будут. Не, нету. Да, их надо все почистить. Оба, смотри, такой же карась. Вот еще один. Надеюсь, выживет. Хотя заглотил, по самой не хочу. Стой, жадный маленький. Ну все, где там почищено? Выпускаем тебя, красавчик. Давай, беги.
Оба, ушел. Все, все проверил. Ну вот, вы все сами видели. Такой пятачок. Юра вот здесь вот на карачках, потому что, ну реально, льда нету. Вообще, я не знаю, сколько он. Пару сантиметров, блин. Такой прям. Уже провалились раз, два. Все, видео есть, сегодня будет. Посмотрите. Ну и завтра будет проверка. Надеемся, уже станет когда-то этот лед. И мы вот так вот цепочку, череду выставим сюда, туда. Будем много ставить в этом году. Проверять будем, ездить почаще. Поэтому... Начинается сериал, блядь. Начинается сериал, да. Будем, надеюсь, ежедневно выпускать серии с наливами. Поэтому оставайтесь, смотрите. Палец вверх, кому нравится, кому не нравится. Вот так вот. Что-то еще интересненькое у вас. Эксклюзивчик будет, да? Да. Когда будет. Лед подтает, подмерзнет. Будет эксклюзивчик, да. Поэтому, кому интересно, смотрите. Кому нет, до свидания. Все, до следующего раза.